Всем привет, вы слушаете Алексея Халецкого, смотрите продолжение партии за Римскую империю. Сделаем Римскую империю великой снова в Old World, в древнем мире. Подробности в первой серии, ссылка на нее в прикрепленном комментарии, там точнее на весь плейлист вообще. Переходите, смотрите, сетевая партия, между прочим, против меня живые люди. Проверяем, как сетевой код в Old World работает. Ну и вообще, мне кажется, из последних новинок Old World одна из лучших глобальных стратегий. Традиционно спонсоры канала все серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку. А вам всем приятного продолжения просмотра. Луцилла новая, по минусам все. Так, с кем нам тут улучшить? С Клавдиями. Тем более у нас минус по идее идет. Так, ну смотрите, у меня два города, три города захватывается, это еще плюс три очка, да? Плюс три очка. Там вот еще два вавилонских города, мне кажется, я успею захватить. Что у нас с улучшением? Три хода Аквилея улучшится. Три хода Никея. 6-8. Я бы даже сказал, что ходов 6. На самом деле осталось. Сука на Виа Ректа. Понял. Вылечился. А у тебя как там амбиции получается исполнить, нет? Да, я... У меня только сколько? У меня же только 6 выполнено. Седьмую выполнено. Ну, у меня точно быстрее по очкам будет, чем по амбициям. Понятно. Так что я даже тут особо не...
Там Гучерин, наверное, уже спит просто. Подожди, а куда? Я ж еще не апнул его. Поперся. 160 надо. Муштры. Ой. Так, два хода, пять ходов, четыре хода. Ну, это, наверное, последний город Египта будет у вас сет. Thank you.
Так, где у нас еще легендарные? Рим и Кордуба. Так, а следующая легендарная, кто? Два хода Аквилея. В Аквилее у нас вот тут надо строить купальни. Крутые юниты вот эти легионеры, да, очень мощные. Да. Наверное, самые вот лучшие, уникальные у Рима юнита. Ну, очень, очень много железа требуют. Ну да. Но они стоят того абсолютно точно. Так, следующим ходом мы тут начнем. Видите, вот тут монастырь. Или тут храм, вот тут монастырь. Слушай, это сетевая какая-то скорость или это стандартная скорость? В каком смысле? Ну или тут нет вообще такого? Тут, по-моему, нету никаких скоростей разных. Mm. О, у меня на пустыне купальни строится. О, единственное, что строится. Так, а вы оба уже закончили ход, да? Да, да, я уже давно закончил. Есть, походу, проблема, что не понимает, что вот у нас Вавилона нету. И как будто... Печально. Не знаю, может, его реально как-то кикнуть можно. О, украл технологию у меня. Да. Так, ну давайте смотреть, вот еще раз. Один ход увеличится, да? Два хода увеличится. И шесть ходов. Будем считать, что это по одному очку плюс это три очка. Дальше, то есть это 45. Этот город станет нашим 46. Этот 47. 48.
Блин, нам каждый раз сколько времени надо ждать, да? Так, а у хетов какой этот уникальный юнит? Колесница, которая круговой атакой бьет и имеет штурм. Вот, вот эта колесница с тремя воинами, вот это? Да, да, да. У меня в Вавилоне есть... просто шпион сидит, а там все вижу. Ну вот у меня, да, вот он как раз она есть. Я, по сути, одним этим, ну, типом юнита захватил, считай, Вавилон. Там один юнит по 6 выносил заход. Штурмом вот этим. Это прям вообще такая жесть. Подожди, не понял. Так в чем фишка именно этого юнита? Он круговой атакой бьет. То есть он на нас... то есть он как топорщик, но при этом кавалерия? Он даже не как топорщик, а как... кто такую атаку имеет? Катфрактарий, что ли? Или мечник, который именно вокруг себя всем юнитом? То есть не справа и слева, а вообще на каждой клетке вокруг себя. Угу. По-моему, катафрактарий такой имеет так. Минной налет около Авентикума. Вон они. Ну, если к Авентикуму, то мы отобьем. А, ну, в принципе, мы следующим ходом уже этот город захватываем, так что норм. Наверное, древесину лучше. Ну,
он мою колесницу тут убил. Ты чё, мне войну объявил? Ну да, чё, ты Корабли надо больше. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку!
Так, захват, захват. Надо дорогу, наверное, сломать. Ну или просто постоять пока на дороге. Так. Это был обманный маневр. Ага. Ой, сейчас будет муторно. У него это этот юнит считается кавалерией. Да, кавалерия. Значит, нам пикинеров надо открывать. Thank you.
Так, нам, наверное, сюда надо будет. Тут плюс 20, хотя и тут плюс 25% к силе. Слушай, а как у тебя вот этот галера вот в этом море оказалась? Там разве где-то... Она вокруг проплыла, это же общее море. А, то есть это вот это большой полуостров, что ли, где грек? Да, 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 это большое внутреннее море, да. Три очка осталось. Я чтобы город мне отдать просто и закончить на этом. С одной стороны хочется закончить, а с другой что-то не знаю, не могу просто сдаться. У меня Луцила подчиняющая. Какой-то БДСМ. У меня неуязвимая, да. Гасулавия неуязвимая. Thank you.
Надо какие-то более легкие города Египта захватить, видимо. Что у Ассет как-то тяжело идет. Мне 3 очка остается. 3 очка. Три хода, 1 очко, еще 3 хода, 1. 5 ходов. По идее, через 5 ходов я побеждаю. Как-то ты очень быстро кликаешь вначале. Как у тебя это выходит? Ну, просто выбираю юнит и кликаю сразу, не жду, пока а он походит. Не мешают вот эти выскакивающие окна, которые... Типа... Мешают, но на этот ход у меня ничего не выскочило, поэтому... Есть. Ну. Ну, у Ассет мы возьмем, но это не делает, не поможет нам. Так, где он тут? Новый Вавилон? Нет, он моих этих убивает. Ты про лодку выше Анциума не забыл? Выше чего? Анция. А, забыл, конечно. Забыл. Thank you.
Так, 3 очка. И 2, 3, 3, 3. Ну, 3 хода. Так, ну, по идее, если ты у меня не захватишь мои города, то я через 3 хода победю. Через 3 хода ты победишь, да? Да, потому что они у меня через 3 хода растут в культуре, получается. То есть тебе даже не обязательно захватывать... Ну да. Третьи города. Мне 3 очка не хватает. Если мне надо, чтобы 3 моих города выросло на уровень в культуре, так? Да. Даже если они легендарные, они начинают они, да, сначала. Да, с примитивные начинают, да, да, да. Ну, а я неожиданно побеждаю на следующий ход, походу. Круто. А что ты достроил? Причем, смотри, я одновременно побеждаю и амбициями, и городами. Прикинь, вот одновременно. А что, какая у тебя 10-я амбиция? Так круто. 10-я амбиция – 7 чудес контролировать, а 8-я амбиция – 3 чуда и 1 легендарное. У меня сейчас 6 чудес, и я на следующий ход достраиваю большой цирк, и он становится 7 чудом, и сразу 2 амбиции закрываю. И плюс у меня на следующий ход Дурка Ригальзу становится моим городом. Типа. Он тоже дает, как бы, ну, вся ну первая вот. Штука. А ты хотел паузу делать? Да. Ну, что-то мне очень много дало очков. Я думал, что я все-таки амбициями буду, а внезапно у меня и очков куча появилось, да, за счет, видимо. Ну, блин. Да, тут очень-очень почему-то вот эти два города египетских очень медленно захватывались. Он там что-то настроил каких-то защитных фиговин и сидел довольный с ними. Так, ну пошли понападаем, что ли? Не хватило 2. Хотя подожди. 1-1. Может, все-таки следующим ходом?
Вот тут три рема. Просто убийство юнитов. Фига, я еще и город отжал, офигеть. Какой город? А, этот? Да, катафрактариями и лучниками. Не, ну что, да. Прикольно, на самом деле. Здесь, наверное, немножко дипломатии, да, не хватает игры. Вот это да, не хватает. А в остальном мне очень нравится. Надо уже просто побыстрее что-то ставить. И все. Заканчивать ход. Мне не хватило на самом деле силы быстрее Египет забрать, скорее вот тут. В этом месте. То есть с Нихеном и Уассетом очень долго. Просто очень долго. Просто уже ставлю от балды. Прикольно, куча обманных маневров таких в разные города в итоге. Так, а можно ход закончить? Смотрим. Должен быть конец, да? Ну, мне кажется, если я все правильно посчитал, да. Ну, ты город взял, поэтому, видимо, по амбициям. Да, все, по очкам и по амбициям одинаково. 10-10, 52-51. Вау, круто. Так, посмотрим, как оно все развивалось. Блин, а у меня что-то висит, все. А, во, все, да, прогрузилось. Ну, честно говоря, не совсем сбалансировано. Я считаю, что Грека кинула, ну, нечестно. Если вот убрать туман войны, мы такие по углам. А грек в центре, как и что ему делать? Ну да. Еще не всем равнозначное количество территорий получилось. То есть у нас племен куча, да? У тебя, я так понимаю, что тоже куча племен было, которые ты мог защищать и города ставить. Ну вот, вот смотри, мы... Я, Египет, Вавилон и ты, как бы, ну, практически по углам находимся. А... Грека в центр кинул. Да, ровно посередине грек, да. Такой. Ну. Может, все-таки на это играть, на как ее побережье на карте. Хотя написано, что это типа сбалансировано, не знаю. Написано сбалансировано специально для все против всех. Ты просто видишь, грек, он мало того, что посередине, он даже расселяться ему некуда было. То есть он поставил вот эти города, и все, он больше ничего не мог. Ну, вообще, вот. То место, которое ты занял, это его должно было быть. А, ты имеешь в виду вот на перешейке, да, на это? Да. Ну, я туда достаточно поздно город поставил, не знаю, что он туда не селился. Но, вот не хватило человека справа сверху, да? Вот если бы грек был вот справа сверху, вот это было бы, наверное, логично. Там вообще пустая территория, никого нет. Какая-то пустыня за горами, но туда же нельзя было пройти. Вот сверху. Сверху, да, это полностью за закрытая территория, туда вообще не пройти никак. Тебе много очков дало то, что города Вавилона с чудесами. Он же, по-моему, больше всех чудес построил. Да, да, да.
Так и есть. Ну-ка, тут же демография еще есть, да, вот такая. У кого сколько роста было и так далее. Но мы с тобой были лидерами по всему практически. Смотри, у нас реально все одинаково, по сути. Да, население, да. Специалисты. Ну-ка, посмотрим, сколько юнитов. Ты потерял, кстати, больше юнитов. Ну, я очень много с Вавилоном воевал. Он очень упорно сопротивлялся. Я так понимаю, что твои противники особо не сопротивлялись. Не, Египет тоже очень сильно сопротивлялся. Да. Кстати, мне помешало, что он каким-то образом два города у него, я их очень долго брал. Просто очень. Не в том плане, что у него там юниты были, они какие-то очень крепкие. Может, там какой-то бдительный этот самый сидел? Потому что я Вавилон тоже. Там стены, казалось бы, первого уровня защита, а я не мог пробить его своими юнитами уникальными. Я без катапульта тоже не мог пробить. А я катапульт, я даже катапультами хреначил, и очень долго это было. Вот я 4 катапульта тоже построил, а только тогда я смог его пробить. Но он тебя убивал, юнитов, или эти вообще неубиваемые эти легионеры? А я его захватывал не легионерами. Легионы только вот в конце тут. Я нападал просто топорщиками и лучниками. А, серьезно? Всё, да. Хватило? Ну, хватило. И греков вначале хватило. Потом они прокачались, там они уже по пятого уровня были. Ничего себе, у тебя как взлетела наука. Это от чего так? Сейчас, может, лидер был наука? Где тут посмотреть? Ну вот, производство ресурсов, там, где... Вот... Наука, да? Да. Что у тебя там случилось такое интересное? Ну, я точно построил библиотеки. Вот. И прям настолько, в два раза, прям, ну, жестко. Ну, я, кстати, не знаю, что она так прям... А вот, а что у тебя упало вот здесь? Ну, наверное, ученый-лидер умер. У меня очень много науки давал. Ну, у меня где-то в начале был ученый, вот где у меня тоже падение во второй, третий, вот это ученый-лидер умер. А вот до этого что у меня так увеличилось... Хрен знает. Ну, реально библиотеки, наверное, потому что что еще? Подожди, там есть какой-то закон, который давал науку от форумов? 100%. А, может быть, чудо? А, нет, подожди, чудо же... Нет, чудо не дает. Нет, науку. Нет. У меня... Я одно чудо только построил, и оно давало приказы. Кстати, а по приказам? Да, вот у меня вот это вот... Скачок — это вот это чудо. Построено. А это Акрополь, да, кажется? Или Акрополь? Акрополь, да? По-моему, да. Ну да, по приказам топчик. По культуре одинаково у нас. По соцкапиталу тоже. По росту тоже. Ух ты, у Египта сколько еды было. Ну там фермы на реках, наверное, вот эта штука там же. О, больше всех юнитов подготовил Вавилон внезапно. Военных. 45. Население одинаково, да, офигеть, у нас все реально синхронно. Да, вот получилось плохо, что Вавилон слабо посопротивлялся. Если бы он чуть дольше посопротивлялся, мне, получается, два хода не хватило. Ну, я тебе скажу, что он очень сильно сопротивлялся. Я как ну, бы... получилось, видишь, тебе больше очков города с чудесами дали. Именно. Ну, вот это все я решил. Я на самом деле почему напал на тот город? Потому что я видел, что если ты за счет чуда можешь победить, если аннексируешь тот город. Поэтому мне пришлось напасть. И вот этот размен сделать, напасть на город без чуда, чтобы ты увел войска туда, и в итоге захватить город с чудом. Это как бы единственный способ был. Но все равно, я бы все равно не успевал, если бы ты даже вот его не захватил. Не, успевал бы. У тебя же там 4 хода было, а потом, когда ты выходишь и заново заводишь, уже обнуляется это, и снова 4 хода надо ждать. Вот. И поэтому, если я перехватил, ты перехватываешь, там заново начинается отсчет. И этого этих ходов мне уже хватало. Поэтому мне важно было оттянуть mm-hmm. буквально на 2 хода. Вот это аннексию твою, и да, мне этого хватало.
Да, больше всех Вавилон, действительно. Да, так я и говорю, у меня убил очень много юнитов. Причем он защищался в основном этими, знаешь, ополченцами, только которые апнутые, рекруты, кажется, называются. Вот. Очень мощно юниты эти стоят против всех. А их же можно делать из рабочих вообще? Из рабочих, просто куча рабочих апаешь. Они не за муштру строятся, а за эту, за еду. Да. Прям вообще, для дефа они самое то. У меня, ну, как бы решило то, что у меня вот эти всадники, которые я этим штурмом убивал там по 5-6 юнитов одним всадником, вот это решило. И плюс Вавилон зачем-то на меня напал, просто ни с того ни с сего. Я не собирался на него нападать, то он на меня напал. Вот. И как бы под моим городом... Ну, типа, ему ж надо на кого-то нападать. Если я нападаю на Египет и очки забираю... Я думал, что мы будем против тебя объединяться, потому что ты был лидером, типа, а вот так. А как ты с ним объединишься? У тебя ты даже, ну, фиг знает где. Ну как, мы граничим друг с другом, вплотную стоим. А ты там сразу за Вавилоном, считай. Ну, правильно. Так а ты как там помог бы? Ну, заключаем, типа, вот эту открытую границу и вперед юнитами туда. Всадниками. Всадники, конечно, быстро бегают вообще. Ну, в итоге так получилось. Так, ну ладно, спасибо за игру. Спасибо, да, ну прикольно, мне понравилось. Да, слава богу, играбельно. То есть, и вообще лагов не было, кстати. Да, мы в тот раз играли, там в конце просто трындец был, там невозможно. Смотри, сейчас же, это считай, конец. Вот у вас же на этом этапе были лади, да? Сейчас вообще ни одного. Не, ну, раньше даже. Ты что, прям в конце, а там, ну, там еще прилично, там, знаешь, каких-нибудь 6-7 амбиций выполнено только. Ну, самая война началась. Да? А? Сотый ход где-то, да, получается? Ну, где-то да, что-то такого. Не, ну сейчас все отлично в этом плане. Только да, вот то, что у тебя крашится игра, но это с этим кодом не связано. Не знаю, у меня, когда одиночно играл, никогда ни разу Old World не крашился. А вот тут как-то... Причем он крашился одинаково, типа, если ходить скаутом в одинаковое место, то там крашится. И с Дискордом вместе. Да, и с Дискордом. И главное, Дискорд. Но тут есть прикол, что реально что-то, то ли Nvidia, то ли сам Дискорд, они что-то сделали так, что Дискорд... Именно карточки GeForce Nvidia напрягает каким-то образом. Так что, возможно, связано. Ладно, все, спасибо за игру. Спокойной спасибо ночи. За игру. Пока, да. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.